Приветствую вас, коллеги. С вами я, Людмила Булдакова, менеджер компании Oriflame. И сейчас я покажу, как пользоваться сервисом email рассылки и отправлять письма в своей структуре. Для этого нужно зайти в раздел «Мой бизнес». Если вы на уровне менеджер, то у вас доступна функция «Система рассылки по email». Здесь все просто, ничего сложного. Здесь нужно выбрать уровень структуры. Вот я выбираю персональная группа. Далее активность выбрать. То есть здесь можно отправить всем. Можно отправить новым рекрутам, активным, неактивным. Несколько каталогов, опять же, галочки тут проставить. Спящим рекрутам. То есть можно персонально по группам отправлять, можно отправить сразу всем. Я выбираю всем. И сообщение у меня уже заготовленное. Я его вставляю туда. Это приглашение посетить наш новый тренинг «От мечты к успеху». Отправляю. И свои контакты для связи. В теме, пожалуй, я напишу «От мечты к успеху». Здесь также можно выбрать файл, но сейчас я ничего выбирать не буду. Нажимаю «Просмотр». Неограниченное количество писем здесь можно отправлять. Вот мне показывает, кто получит мою рассылку. То есть это консультанты, все консультанты моей персональной группы. 100 консультантов. И нажимаю «Отправить». Все, рассылка ушла. Тут немножко грузится долго. Несколько секунд терпения, я покажу еще. Ага, ушла рассылка. Все, подтверждение результатов рассылки будут отправлены на ваш электронный адрес. Угу. Если вы еще не менеджер, вы можете рассылку отправить другим образом. То есть у вас на главной страничке, вот когда вы заходите на свою главную страничку, у вас есть вот чуть ниже, если прокрутить, информация о бизнесе. Здесь вы видите, так, я сейчас обновлю, 3 новичка в вашей персональной группе. Допустим, вы хотите выслать приветственное сообщение, письмо знакомства своим новичкам. Вы просто нажимаете, здесь все кликабельно, и попадаете вот на такую страничку «Новые консультанты персональной группы». Если всем отправить, вот если вы хотите одному отправить, к примеру, вы нажимаете здесь и запустить. Также выйдет окошечко, и вы отправляете письмо одному консультанту. Если хотите всем сразу отправить, то есть у вас несколько консультантов присоединилось за один день, к примеру, или за какой-то период, и вы еще не знакомились со своими новичками, вы можете отправить им письмо вот таким образом, прям галочку поставить и также запустить, и сразу всем консультантам можно написать одним кликом, всем новым консультантам. Я сейчас этого делать не буду, потому как я уже отправляла письма новичкам. Таким же образом можно отправить письма другой категории консультантов. Для этого мы вот сюда нажимаем на человечка, чтобы перейти опять на главную страничку. К примеру, вот про сильную распродажу можно отправить сообщение.
или какие-то еще акции. И что здесь вот показывает? Консультанты, участвующие в стартовой программе, можно отправить письмо, чтобы проконтролировали свои баллы для прохождения стартовой программы, кому сколько не хватает баллов. Также вот близких к премьер-клубу тоже можно отправить здесь же рассылку. Тем, у кого риск есть потерять скидку. Также тем, у кого день рождения, поздравить прям с сайта Арифлейм. Неактивным написать. Со истекающим сроком оплаты также можно написать. То есть вот эта функция, она доступна всем. А ну менеджерам еще вот общая рассылка доступна. Вот на сегодня у меня все. Следите за нашими новыми видео. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Пока.